Добрый день, друзья. Сегодня у нас 19 февраля 2024 года. Город Воронеж. И мы продолжаем знакомиться с городом. Сегодня мы прогуляемся по улице Среднемосковская. Улица начинается от улицы Пушкинской. И идет параллельно улице Плехановской. Вот когда-то вместо этих корпусов здесь находился щепной базар, рынок. Центральный Воронежский. Но потом рынок перенесли, а здесь вот построили комплекс. Еще улица примечательна тем, что за всю свою историю она ни разу не меняла своего названия. Как родилась Среднемосковская, так до сих пор Среднемосковская. Старинных зданий здесь не очень много, но некоторые довольно красивые сохранились. Вот, в частности, одно из них. Красивейшее здание. И в довольно неплохом состоянии. Улица Фридриха Энгельса. И на противоположной стороне тоже красивенькое здание. Это вот тоже здание красивое, но рушится. Закрыли ширмой и стоит, ожидает своей участи. Вот подходим к улице Никитинская. Вот и старые, и новые. Возвышаются вдалеке. Небольшой сквер с красивой клумбой. И красивое панно на стене дома.
В Воронеже морозно, градусов 5 морозец, но солнышко уже пригревает по-весеннему. На асфальте вода. Временами дует довольно прохладный ветерок. Вчера целый день снежок падал, не очень сильный, ну, 2 сантиметра покрыл землю свежим покрывалом. Вот тоже несколько зданий стареньких, и некоторые даже очень неплохо смотрятся. На фоне современных громадин по левую сторону советская застройка, панельные девятиэтажки. Торговый центр «Мир». Рога и копыта рюмочные. Чего только не придумают. Бани на Среднемосковской. Улица Кольцовская. Улица Кольцовская. Солнышко выглянуло и пригревает прям заметно. Кольцовский бульвар.
Воронежская кондитерская фабрика. Ну а мы продолжаем двигаться по улице Среднемосковская. Часть улицы в тени. Уборщики вхолостую ездят по городу. Что-то ветерочек опять подул, то вроде немножко затих. Сейчас опять дует. Вот что-то новое строится. Телевышка виднеется. И одни магазинчики. И многие закрыты. Вот подходим к улице Революции 905 года. Громадина какая выросла. Бизнес-центр Атлант. Много новых домов выросло здесь. Дворец спорта юбилейный, за стоянкой, за спортивной площадкой. Солнышко опять спряталось, что оно периодически то появляется, то прячется, но когда появляется, сразу заметно теплее становится. Учебно-спортивный комплекс имени В.И. Сысоева. Ну а по левой стороне советские многоэтажки.
Вот очередной бизнес-центр. И Воронежская тюрьма. Тоже никак из города не вынесут. Вот улица круто влево поворачивает. Старенькие домики и довольно свежее здание. Это арбитражный суд Воронежской области. Ну вот подходим мы к окончанию улицы. Улица вливается в Плехановскую. Направо Московский проспект. Прямо улица Домбасская. Площадь заставы. Свернули бы на улицу Плехановскую. Улица Третьего Интернационала. И улица Плехановская. Некоторые дома приведены в порядок, некоторые надо восстанавливать. Тоже красивое здание, но явно требует ремонта.
красивая инсталляция. Школа. Ну, здесь, на улице Плехановской, мы нашу сегодняшнюю прогулку небольшую завершаем. Прогулялись мы по улице Среднемосковская, посмотрели на ее состояние и чуть-чуть захватили улицу Плехановскую от площади Заставы до Кольцовской. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте оценки. До скорых встреч!